Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про бельгийскую овчарку Тервирен. Бельгийская овчарка Тервирен считается самой элегантной и грациозной среди четырех видов бельгийских овчарок. Ее отличает хорошо сложенное тело и энергичность. Представители породы обладают уравновешенным характером и высоким интеллектом. Они любят проводить время со своим хозяином, особенно играть в активные игры. Выбрала я собаку, потому что они очень умные, любят работать, отзываются к хозяину. В общем, с ними очень легко жить и заниматься спортом. Я занимаюсь сама спортом и, в принципе, для этого брала собаку больше. Вот, мы бегаем с ней agility, и ну, как бы она прекрасно слушается. Бельгийская овчарка Тервирен имеет мощное, но не тяжелое тело. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 56 до 66 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 20 до 30 килограммов. Бельгийские овчарки Тервирен имеют длинную густую шерсть. Самый распространенный окрас у этих собак – рыжий с углем. Бельгийские овчарки Тервирен – спокойные, неагрессивные собаки. Если их воспитанием и социализацией занимаются с самого детства, они вырастают в животных, которые могут с легкостью ужиться с другими питомцами и отлично поладить с детьми. Она, в принципе, на всех нормально реагирует, но в силу возраста уже начала так капризничать. Но в молодости ей все равно было, любила побегать, поиграться. Такая неконфликтная собака совершенно. Уход за бельгийской овчаркой Тервирен не сложен. Достаточно расчесывать шерсть питомца раз в неделю, периодически проверять глаза, уши и зубы собаки на предмет загрязнений. Особое внимание необходимо уделять ежедневным физическим нагрузкам. Тервирены плохо подходят для содержания в городской квартире. Эти собаки были выведены как пастуши, и им необходимо иметь достаточно пространства для своих прогулок и игр. В уходе они несложные, в принципе, шерсть у них достаточно простая, расчесываешь и все, моешь раз в месяц, допустим. Средняя продолжительность жизни бельгийской овчарки Тервирен составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!